Всем вампирам привет! И сегодня у нас я буду телохранителем. Нам нужно сохранить. То есть мы должны пожертвовать собой, чтобы сохранить этого человека. Давайте начнем. Кстати, вы можете у меня... Нет. Окей, я выбрал другого бравлера уже. Кстати, вы можете у меня купить пиар, спонсорку, буст. Или прикольный монтажик. Я вам сделаю. Вы можете его на канал себе. Так, сейчас мы берем нику, и нам нужно выбрать пациента. Пока что... Кстати, это такое видео уже снимал один человек. И ссылка в описании будет. Кстати, давайте били. Вот эту, которая 4 банки. Так, тут ставим мимо наши. Ну, это еще не первая карта. Так что, я не знаю, что сказать, просто почему-то у меня сейчас микрофон. Что-то я не громко говорю. Я без микрофона. Процентов у меня. О, вот. Все, мы защитили Биби. Немного, но там потом надо умешки. Кстати, если один челик, например, третье место занимает, вот три пацана, он идет к кусты, и его там крысят, и он третье место занимает, то это 0,5 баллов. Кстати, смотрите, сейчас тут нет, хотя все равно. Все, и мы... Ой. Друг зашел, понимаете, Блин, я снимаю весь, я на аккаунте друга. Все, мы выиграли. Все, нам... Ну, сначала легко, но потом попробуйте этот челлендж, и он очень сложный. Так, и нам будут прибавляться баллы. Нам главное набрать скоп. Да, 3 балла. 3 балла, 3 балла, 3 балла, 3 балла. Возможно... Нет, один, все, да. У меня есть 1 балл. Так, Ниту нет, она меня убивает. Это супчик, уйди. Супчик. Нет. Перейду, наверное. Я не знаю, я молчу, что там много. Ну, просто я вижу вот эту вот линию, и тут меня... О, все, мы уже победили. Просто я вырезаю и сейчас озвучу. Я смотрю не туда. Так, мы победили, но нам надо не победить. Нам надо... Просто там уже убили. Я отомстился. Так, сейчас, по идее, меня Фрэнк должен убить. Спойлер вам такой. Я уже все знаю наперед. И уже сотый раз озвучу. Так. Все, он меня убьет, смотрите. Стоп. Опа! Как бы мне уже это все равно. Потому что я это... Так. Давайте Динамайк. Динодайк. Его Динодайк называют. Давайте Динамайка зарубим. Зарубим Динамайка. Вот он. Пацаны, скоро конкурс будет. Ну, не народ, короче. Скоро на 2К, если вы наберете 2К, то будет конкурс. Призы будут очень приятные. Так что, если вы хотите донат, подписывайтесь. Блин, убили меня. Так, тут Шелли. Шелли мы не будем. Я вот уже знаю, кто меня
смотреть. Я не буду. Ну, короче. И давайте. Вот, я уже нашел все пацаны. Это Кольт. Шо? Шо там? Е-баба. Че там написано? Ну, там нуб. Я нуб, а ты труп. Ты нуб, ты гриб. Ой, что там написано? Эробаба. А, Эробаба? Что это такое? Ой, Суперсел. Ну, Суперсел. Ну, Суперсел, нафиг два метеорита на меня свалит. Нет, стой. Фух. Нубик. Он не нуб. Нет, стойте. Нет. Ну ладно, за это нам все равно дают балл. 0,5 баллов нам дадут за вот это вот. И давай, где мои баллы? Я просто озвучиваю, вы не думайте, что я даю баллы. Вот, все. Я озвучу этот ролик. Это не убийте, не бей. Вот, я уже тут выбрал. Это Сникамеончик. Да куда? Михаил Петрович. Нет. Тут просто странно. Я смотрю на эту штуку. И она такая... ну, как бы... То такая... Короче, я не знаю, как объяснить. Тут Криса. Опа! Эй, зачем ты? Ты чё? Ты не сто... Понятно. Так, вот я уже кольта нашел. В принципе, думаю, подойдёт. Ты не бей меня. Я его бью? Ну, просто это секретный телохранитель. Просто, чтобы не от меня ушел. Так, в принципе, Михалыча заспавнил, да? Думаешь, ты сильнее меня? В ритму пою я. Оп, сырейка. Так, спасибо, Михалыч, что ты меня спас. Мне как бы пациент бьет. Да, мы сделали. Убиваем. Все. И сейчас, когда мне уже дадут, добавляйте. О, это я. Не думайте, что у меня там кнопка есть, или она сама добавляется. Да я просто, ну-ка, озвучу, сундук, ничего не выпало. Погнали дальше. Нам 0,5 баллов нужно. Так, нита нет. Нет. Хотя, возможно, да. Но, возможно, и нет. А тут что такое? А, я понять. Зачем я... Просто я не знаю, что сказать. Я говорю просто, что придет кого. Все, давайте будем медленно говорить. Мы утаим сундуки. Что там у него написано? Что это за ник такой? Опа. Я уже выбрал тут. Это будет Тита? Нет, Ника. Тут, которая сверху. Ну, спасать, надо спасать. Спасаем! На тебе. Ой, зачем? Нет, зачем я покрутился? Я дурак. Все, ура! Я так ору, как будто мне лего выпало. Лего. Бум, лейкни. Бум. Смотрите, сейчас будет на полный максимум. И да, все, я могу. Так, тут, походу, сейчас не вставлю, а то тут... И сейчас будет моя первая песня, так что не судите строго. Ты, я вместе навсегда, мы никогда, никогда не разлучимся. Ты, я вместе навсегда, если кто-то уступал, но я тебя держу крепко за руку. Да, я пою, да, я несу, что я несу.
я тебя не отпущу.